У нас сегодня второй день обучения в Москве. Это живой мастер-класс, где ученики приезжают к нам в Москву, и за 2 дня мы делаем вот такие работы. Это работы приблизительно, это метр, чтобы вы ориентировались, потому что видеокамера, конечно, не передает. Георгинчики у нас получились приблизительно по 60 сантиметров, 60-65, у всех по-разному. Это светильники. Ранункулусы у нас получились 60 сантиметров в диаметре. Это тоже светильники, и они тоже все будут гореть. Конечно же, наши пионы, только в этот раз мы их сделали золотыми. Ой, тут еще два. Мы их сделали золотыми, и, конечно же, мы их подсветим. Пионы у нас диаметром 65 сантиметров. Есть и миксованные. Все разбросано, нет места, даже там еще ранункулус. Ну и, конечно, наши розы. Розы получились у девочек диаметром 70 сантиметров. Все. Розы тоже светильники. Итак, за 2 дня мы с девочками сделали светильник розу, светильник георгин, светильник ранункулус и декоративные цветы, которые мы будем собирать в арку. Это вишня в цвету в шоколаде, пионы, и девочки сейчас финят. Анимончики. Ну и, конечно же, наше платье, которое мы тоже уже сделали. С любовью ваш, мастер букета.